Снова здорово. Что ж, друзья, после инцидента на стриме я разрулил эту тему. Как бы разнес этот лагерь, естественно. Еще кое-где побродил. Пришлось вот так вот пройти всю карту, по сути. Тут на севере потусить, тут лагерь еще слить. И вот что мы имеем. Я взял нового персонажа, швею. Для крафта нужна она. Еще нам этого... Другого типа надо найти, будет хорошо. Квазар тем временем вкачался, посмотрите-ка. 15 очей, 1 очко навыков, вот вы можете видеть, я его не распределял. Плюс, получил умение крепкие руки. Вот они. Ну, она пишется как травма, но это не травма, естественно. Плюс 5 в дальнем бою, ну это ерунда, естественно, нам бесполезно. Ждем, когда Ларс закачается до 15. Также, важно, что случилось. Я нашел... прощу. Прощу на древке, как вы видите, вот 75-110. Разница ощутимая. И вот она как раз тяжелая. 9 клеток, то есть 10 можно пулять, если тебе хватает вижена. А вижен нам качается вот здесь. Вот в этом замке, кстати, я к слову и нашел. Пока брел вот в этот Druid's Grove, чтобы уничтожить монстров. И вот с этого мы, пожалуй, начнем. Прогнать пса прочь. У нас нет псаря. Я не уверен. Так-так, здрасте. Что это у нас тут? Главарь есть, говорят. Ну, не знаю. Какие-то вы не очень внушаете доверие. Слишком вы бесполезные. Нам нужна серьезная дичь тут. Вот, кто это? Это нежить. Ну да, здрасте. Так, следы, следы. Хрена не вижу. Наверх ведут, возможно. Так. Включим. Ну, здрасте. Чё тут одна нежить-то? Избушку, кстати, нашел, пока бродил. Тут, конечно, сейчас можно побродить так нехило. С такой историей, да? Так, вот какие-то есть демоны. Анхольда, это хорошая история. В лесах. Анхольда в лесах. Да, в принципе-то, так-то можно. Кстати, Отмар тоже получил навык. И вот этот дядька. Кузен. Так что есть что делать, есть что делать. Я думаю, тут либо палач нас ждет, либо непреклонный. Палач это, по сути, буст урона. Особенно против мощных целей. Это же некое сохранение фатиги. Так, квазар у нас... По-моему, он изначальный браток так-то. Вроде бы. Давай-ка мы вот это возьмем все-таки, чтобы нас не перефатиживали. Далее... Арбалет пришлось отдать единственный свой вот сюда, швеи, да? Потому что... Ну, потому что не голые же ей ходить. Швеи отдали, так что... Тут что взять, тоже вопрос на миллион. Квики. Чтобы стрелы заменять квики, ну серьезно? Не-не, такая история плохая. Гифт это, конечно, не рассматривается. Тут следопыт, возможно. Возможно. А больше-то, походу, и... Не, ну, есть неприметность, можно взять тоже, в принципе. Потому что это дохлый тип со средней броней. Я уж хоть что угодно взял ему, но... Есть еще уклонение, кстати, возможно. Его часто прижимают, если... Хотя он в строю сражается, в принципе. Не знаю, смысл какой.
всегда за спинами кого-то стоит. Следопыт. Наверное, более интересно взять такую историю. Я не вижу более интересных вещей. Маскировка. Подавление. Может быть, было бы интересно. Ну, давай возьмем. Будет скакать как демон. Но любой, кроме болот, да? Везде будет скакать, отлично. Что с этим типом? Так, а у нас есть на варвара, кстати? Давайте глянем. Может, у нас не спавнится, потому что у нас нету на варвара? Нет, вот, у этого типа есть на варваров. Надо поубивать варваров, я думаю, все-таки. Может, это как-то сраляет. Может, недостаточно навыка. Хотя, вроде такого я не помню, если честно. И с бандосами такая же история. Надо именно этим убивать имамом, походу. Хз, хз. Тогда тут мы возьмем что? 9 жизней есть. Это интересный вариант. Или разум над телом все-таки взять, чтобы чуть-чуть подбустить себя. Ну ладно, смотрим, куда они пойдут, эти анхольды хитрые. Нет, они не хотят уходить своих, так сказать, владений. Давайте мы лишних отключим. Они нам не пригодятся. Зверобой тоже мы отключаем, наверное. Зверобоя хотелось бы, наверное, в тролля засадить, чтобы больше урона было, правильно? Тогда делаем так. Арбалет мы скидываем. Вот так вот, дядь. Пока тебе даем. Может, пальнешь по кому. Вот этого типа надо отключить, естественно. Кстати, кстати, вот я, по-моему, масло не дает им регениться. Насколько я помню. Если вообще я правильно помню это. Сейчас мы это, в принципе, проверим. У нас масло есть. Два масла возьмем. Что такое 7 троллей для нас, да? Примерно ничего должно быть. Примерно ничего. Сейчас все будет. Сюда встать. Разведку даем. Маслица намазали. Так, маслица готова. Теперь даем еще ходик, наверное. Так, это новичок у нас, правильно? Правильно, под песнопением у него 14 защиты привалило. Но это страшно. Можно было их тоже, наверное, не брать. Только зря опасности подвергать. Не, ну это вы, конечно, грамотно встали. Я бы не хотел с вами на возвышенности там что-то бодаться. Давай так. По-обычному, так сказать. Вот так. Базара сюда. Ну, а ты на подхвате, наверное, будешь как-нибудь. Косой.
Ну давай потратим. Сейчас посмотрим, что случится. Так. Да. Нифига он зарегенился, изи. Значит, обычно может это или что, я чуть не очень понял. Исчез радаров. Давайте месить. Погнали. Ой, как он легко падает с помощью отмора. Просто рассыпается дядя. Девяносто пять. Троим бахнем. Ой, по-своему бахнул. Забыл. Оп, оп. Сколько? 75. А мы сможем вынести его? А мы еще промазали, я понял. Вот этого надо добить просто. Легкий болт. Дай, дай ему болт, и все нормально будет. Ой, да ладно. Болтецкий, сюда. Как же тебе не хватило-то мощи? Непонятно. Думал, что все просчитал. Новый таргет. Так, ждем. Это не страшно. Не почувствовал. Пятьдесят. Ну да, вот этого. Очень легко. Раз. И вот этого. Два. Два заклятых врага у него. Уже есть. Окей. Может, как-то реально бустится шанс этих дурачков. Хз. Раньше таких проблем не было. Может, потому что я просто убивал больше врагов. Кто знает. Так, вот с этим. Ой, как это было легко. Попал даже дважды, смотри какой. Интересный. Ну все, это просто изи, изи добыча. Подходи и убивай. Вот так. Подбустило немного. Неплохо попадает. На них не действует булава. Прикольно, чё.
косточки забрали, то, что надо прям. Ну и шкурку, ладно, тоже. Надо скрафтить, кстати, стрелы, которые нам доступны. Но по-хорошему, надо нанять двух клоунов вот этих, которые нам сделают. Сделать стрел сразу наделать вот этих. Где они там? Не вообще здесь? Или может здесь? Сухофрукты. А, они вот, наверное, даже вот здесь находятся, да. Точно, точно. А, вот так вот, да, значит? Хотя нет, это другие стрелы какие-то. Бронебойный. Нам обычный нужен колчан. 14 стрел. Вот. Мне тоже 14, господи. Вот, 20 стрел. Но тут требуется тоже древняя зеленая древесина, которой у меня нету. Тогда делаем, что есть на самом деле. Какие вопросы могут быть, да? Делаем две пачки. Здесь мы сделаем из вот этого одну штучку точно. Накидка вурма. Почему-то доступно, это какой-то баг. Почему-то доступно, можно скрафтить. Мы такого делать не будем. Нам нужно вот этот бэк. Портной вроде называется. Такс. Ну чё, семерых мы хлопнули. Получили лутецкий какой-то, да? Неплохо, тут что? Анхольды, вот это удача. Немножко нас пробили по хпшечке, да? Я не думаю, что это что-то страшное. Также принимаем их. Правда, ландшафт более убогий. Смотрите, какой жесткий, я извиняюсь. Я думаю, мы справимся. Тут у нас, конечно, очень узко. Убегаем этим. Тут что? Ближе подходим, наверное. Тут здесь стопаемся. Парист. Я думаю, пусть двое подходят, мы тут разберемся с ними. Ну, типа, мы забираем. Хотелось бы пройти дальше, но... нет возможности. Всю фатигу надо потратить. Просто вот так подвинемся, я думаю. А, мы не видим. Ну, понимаю, да. Тролль. Он сейчас прыгнет, мы его прищучим.
Не уверен, что мы справимся за один ход с такими ребятами. В плане прожмем до того, чтобы арбалет смог ударить и убить. Да ладно. Ну тут, конечно, халява. Ой, голову срубил. В прыжке, видимо. Ну, отдохни пока. Этого надо бить. Смотри, как его срубило. Очень жестко. 86. Ты думаешь, ты добьешь? Ну, ты можешь добить, в принципе, так-то. Реально можешь. Пока ждать. Так. Нормально, Алар стоит. Hold position. Так, эта ситуация произошла. Сейчас мы это быстренько исправим, я думаю. Вот это хорошая кондиция. Еще лучше. Так. Шанс крайне мал. Мне с местами там будет получше. Здесь можно просто отойти. Я бью. И отхожу. Ждем. Защита. Ну ты посмотри, как так мы можем нехило настагать. Арбалетчику еще ход, я думаю, надо дать. 40, превосходно. Слишком далеко. Троим бахает, но не может. Просто не может. Меняемся местами. Шанс 39. Ха? 1 хп остался. Ну, неплохо сыграно. Калькулейтед.
просто калькулейтед. Сейчас можно еще копьем потыкать. Превосходно. Как же он просто наваливает. Да, он еще не попал, но я думал-то. Ладно, ух ты. Наемника пробивают. Стоим, ждем. Возможно, он бы, конечно, убил, но он вообще не попал. Вообще не попал. Да, он убивал. Хорошо. Дважды попал. По Ларсу, да? Серьезная история. Дважды мимо. Ладно. Он уже не жилец, в принципе. Да. Пощадил его, смотри как. Дотыкали, 39. Это лут, который мы заслужили. Что ж, 14 уже есть голов, можно возвращаться. Можно возвращаться. Кузнец взял левел. Неплохо. Так. Вопрос в другом. Забирать ли какие-то лагеря тут? Наверное, это стоит сделать все-таки. Сколько? 5 часов. Один раз в боре. Неожиданно целителей маловато что-то. Есть слуга, он в принципе может вот здесь быть. Слуга хорошо лечит. Максимальное количество трав. Так, Ларс излечился. Ясность, ясность, это да. К слову. Нам позволяет плюс один к обзору уже иметь. Можно сделать эту темку для нашего братка. Для прачника, где он там? У него же не зачаровано ничего. Мы сделаем эту штучку ему. Да, и так и будет.
Бандану надо только купить. Красный это 15, да? Все, что нам нужно. 15 на 0. Хорошее решение. И не будем качать скилл этот тогда. Отлично, мне нравится. Склеп гончий. Чертова нежить. Она такая душная. Ведьм надо еще накилять, я думаю, все-таки. Собраться силами. Вооруженный гонец. Кстати, забыл сказать. Еще за кадром вот тут всего лишь закончили кризис нежити, что меня очень радует. Сопроводить караван, говорят. Чего себе. Это все квесты были защитить деревуху, еще что-нибудь. Вернуть предмет с конца карты. Удручало такое. Не, ну в лесу что-то не очень охота, если честно. Андеды вышли еще. Ха. Десять тысяч крон. Как это поселение еще стоит, не могу понять. Не особо, видимо, террорит. Да, культист, к сожалению, не очень. Ну, это такое всякое. Уникалочка, это я довозил сюда караван. А, на двушке уникалочка есть. Ну, давай посмотрим, есть ли куда ее впихнуть. В принципе, можно. Так, здесь понятно. У тебя вот ерунда какая-то. Ну, можно, да, дешевую штучку прикупить. Благо у нас есть добыча. Аккуратно. Кости продадим. Кайсенс нет, они бесполезны. Гончие чаще встречаются, чем банши, по-моему. Так что... Рунок невосприимчивости мы взяли. Давай-ка мы ее куда-нибудь тоже пристроим. Есть куда-то вообще? Так, а это что у нас? Наемник. Вот его как раз станет. Ну, это непозволительно для такого господина. Травник почему-то не с топовой штучкой, да? Но он хорошо сделан в любом случае. Вот тут у нас не очень сделано, да? 42%. Можно все-таки ему дать. Или лучнику. Тут 30 на 2 легкая. Ну ладно, соберем туда с этого типа. Сколько у тебя? 40%. 8 на 7, идеально. Идеально. Голова-то вообще космическая, как обычно. С этими дурацкими штучками. Ну все. Базуку вернем тебе твою. Купил барбют, кстати. Пусть будет. Пусть будет.
что по рынку там. Есть вот такая штука. Нам нужна она, шляпа охотника, так-то. Ну, видимо, нужна. Давай прикупим ее все-таки. Банан нету, ну ладно. Кстати, этот кол я еще не использовал. На 100 больше урона вампирам. Как он вообще работает? Как кинжал? Где этот кол? В одной руке можно держать, кстати. Вонзить кол. Прокол. Ну давай, это надо тоже иметь при себе. А то некролорды нас подушивают частенько, так сказать. Стиля никакого, но хотя бы место не занимает. Хотя бы место не занимает. В отличие от брахла всякого. Такс. Едем дальше, наверное, еды нам нужно прикупить. Один раз можно еще. Чё по... Это спасибо не надо. Да что ж такое-то? Ерунда. С кошмаром покончить. Ну... Барбарина. Тролль в броне. Но награды никакой в любом случае. Такое меня не устраивает. Три тысячи крон. Так, войско. Ой, смотрите, это короля варваров. Кстати, нифигово накидывают. Хотелось бы встретиться с ним, наверное. Со всей его ратью. Недавно замечено к западу отсюда. Эвервинтер, это где? Западу отсюда. Ну, прикольно, да? Западу отсюда. Эх. Ничего нету вообще. Доспех уникалочка, да? Так, травы, к сожалению, нету. Есть только такая шапка тканая. В принципе, можно ее пока взять. Пока нету нормальных. Будем работать с тем, что есть. У кого тут у тебя? У тебя все нормально. Тебя, в принципе, да? Про тебя мы говорили. Поехали, чё? Сейчас мы будем тебя переодевать, так сказать. Вот так. Семерка. Еще двушку можно сделать вот здесь. Или единичку потолще. Ну, двушку, наверное. Хорошо. Это здорово. Это здорово. У нас ни шлемаков, ничего. Все было пожрано, продано и так далее. Так, ладно. Поехали встречать бойцов. Надеюсь, они где-то здесь. Так, а что это такое? Варвары.
В снегах. Ну, тут все в снегах, так что тут довольно-таки сложно понять, кто нам будет двигаться. Возможно, нужна подсказка мне. Здесь он лазит или здесь. Так. Ага. Запад отсюда. Ну, я не знаю, неужели он слева вот здесь это бегает? Такое может быть. Такое легко может быть. Они любят бегать где-нибудь за городами. Может, и здесь. Черт побери. Где он может быть? Он может быть вообще не здесь. Просто мне пишут здесь. Он справа. Вообще легко. А мы с ним сейчас так и будем по этой дурацкой карте бегать. Карта реально дурацкая просто. Прям-там-там, да. Что-то средство подходит к концу, как обычно. Есть что толкнуть-то? Шапку эту дурацкую. Так, я где-то видел то, что я хотел толкнуть. Глоссальпа или что такое? Да, во. Неясное руководство, куда набежать. Похоже, к востоку отсюда. Ну и логично. Иногда они даже забредают за лес, за снег. Иди потом ищи. О, май генис. Напился боец. Ну реально, столько бойцов потеряли уже, так что. Так, что это? Людишки? Вот они. Несколько троллей в броне. Это серьезная битва намечается, короче. А у нас пьяный Марк. Марк пьяный, да, или кто? Ой, минус 5 к навыку ближнего боя. Ну ладно. Более плохо, что он броню будет. Ой, броню. Будет вещи пытаться потерять. Ну, у нас тут сейчас нет, в принципе, вещей таких уникальных, да? Ну, вот это вот не стоит того даже, чтобы бояться. Придется с резерва доставать опять нашего дядю. Ставить его где-нибудь здесь, пусть будет, да. Тут что? Достаем все, что есть. У нас есть проща, наконец, так-то. Сейчас мы ее опробуем. Так, ассасин. Наш славный ассасин. Блин, несколько троллей в броне. Убийца. Хальдрубийца. Это, походу, контент сейчас подъедет. Так, они за мной охотятся. Я вот не знаю. Наверное, лучше в лесах эту историю сделать. Немножечко, да? В снегах не хочу. Погнали. Король варвара выходит на поле боя с своей ратью. Оравы громадных злодеев, рычащих воинов, робких рабов и воюющих женщин. Это войско человек, который собрал по землю все ценности, каждую толику возможного преимущества. И, несомненно, он подомнет под себя всю цивилизацию, точно так же, как простой комок. Вбирая в себя налипший снег, становится лавиной. Вы готовите людей к битве. Ну что ж, понеслась, ребята. Я готов. Тем более там уник подъехал, по идее.
И походу багнуло. Да. Итак, друзья, с третьего или четвертого раза мне удалось запустить этот бой баганый. Это ужасно. И самое тупое, что мы в окружении. Вот это мне больше всего нравится. Спасибо за такое, как говорится. Какое окружение, когда мы сами на них вышли. Убийца у нас с опасной пукалкой, да? Анхольды разбросаны. Минимум в двух направлениях, я вижу. Ой. Ситуация довольно серьезная, на самом деле. 2-4 хода. Они очень быстро ходят. Дядьки эти. Давай-ка мы разведочку дадим. Раз, два, три. Они внизу все, то есть анхольды. Все серьезные дяди внизу. Что же это такое-то? Посмотрите, какой ландшафт раздало. Жесточайший. Все бойцы сверху как будто раздались. А у этого дядьки что, тоже? Почему такой крутой шлем? Тут и рога такие лютые. Обычный дядя, но он какой-то хороший. Король варвар. А, я понял тебя. Не признал, если честно. Не признал такого братка. У нас здесь барабанщик. Смотрите, какие шансы у него. Баланс. Ух ты, какой дядя. У него баланс. Не чувствует, говорит. Тут хорошо, возможно, заблочит его. Хотя у них, наверное, патфайдинг. Не? Нет, вроде. Слушай, а что с вариантом убрать анхольдовских укротителей? Это вообще поможет мне? Поможет, но укротители вот здесь, здесь и здесь. Кстати, вот это хороший укротитель, надо убрать его. Возможно, возможно... Против тебя поставить вот этого дядю будет неплохой затеей, я думаю, все-таки. Да, с такой прощу, конечно, тяжело стрелять. Но я подготовился, есть и обычная проща, если что. Тебя надо просто единственное, что... как-то убрать подальше, может... А, ты уже выдохся, да? У тебя 7 стоит, понимаю. Противник тоже немножко, по-моему, разочарован ландшафтом. Сейчас мы это все разрулим. Ничего страшного. Да, только... Как мы это все разрулим, вопрос... 21 ход, говорят. Квазару дадим ход, давай-ка. С пушки стрелять. Пальни все равно по нему. А то че он стоит так близко? Погоди, он подошел к валуну. Чтобы обратно? Че, дурачок, что ли? Вот дурачок реальный. Его можно, кстати, толкнуть даже еще, да, в принципе. Нам это нужно? А, у него баланс залит, слушай. У них у всех, что ли, баланс? Вася.
Это жестко. Не, ну баланс залит куда? Помоги. Нужно помочь. Может, серьезный дядя? Под балансом. Кто бы знал, как говорится, да? Надо сейчас. Эти блянхольды здесь же. Вот эти дяди. Посмотри, даже с них даже не. Ну, мод ничего не показывает просто, что у них есть. Настолько все грустно. Ждать. Нас окружили. Собачонки какие-то. Минус собачка. Тут вот тоже не очень приятно, на самом деле. Сделаем шаг. Надо проходить сюда. Тебе, наоборот, надо убегать. Тебе сюда пробегать. Просто бить, я думаю, пока достаточно этого. Здесь есть танк. А вот здесь нету танка. Мы подставим его так, чтобы он держал оборону. Превосходно. Здесь пока непонятно, что делать, наверное. Я склоняюсь к мысли, что его куда-то сюда нужно вести. Отлично. Осторожней, помня наш опыт с этими типами. Надо быть осторожней. Король варваров, тем более. Хоть и тесак у него обычный, тем не менее. Что, залететь на него? Получи. Снижаем поголовье. Хотелось бы, наверное, вот здесь встать. А на себе метку дать еще. Чтобы меньше мазать. Отмор должен отработать на 100%. Далее. Двигаем нашего рейба. Двигаем. Отлично. Блокируем дядю вот этого. Ой-ой-ой. А что по шансам, что он такой? 74, 64 было с выпада, то есть. Прикольно, прикольно. Ой-ой-ой, бастарда задели. А ты вообще испугался, чё? Хорошо, промах. Хм, камнеметатель заблокировал. Так, аккуратно, аккуратно. У него подшивка анхольда, кстати. Возможно, это поможет как-то. Ух ты. Давай-ка. А, двуручный, да, двуручный. Ну, посмотри, как уворачивается. Че по шансам? 53. Да, фиговые шансики, я так скажу. Пытаемся разминать сразу же. Ты откуда выполз, дядь? Из невидимости, что ли? Стрёмно что-то. С топором своим выполз, а? Я могу бахнуть. Посмотри, как он уронил его, просто уронил. Хорошо. Нам нужен ход, и мы добьем его, я думаю. 48 шанс уже. 48 это все-таки что-то. Но мы не можем бить, понимаешь, если попадем, он оттолкнется. Нам это ни к чему. Такие приколюхи. Че, дважды бахнешь? Давай. Говорит, бахну. Здесь мы планировали что? Вот этого типа хочу забрать. Точнее, женщину. Хорошо, забрали ее. Вот это задебафить, я думаю, предстоит нам.
И короля тоже сюда. Кто такой этот король? Нужно немножко подвигаться, я думаю. Тут тучи сгущаются. Вот так, смотри, как мы его прищучили. Король варваров. Сможем ли мы раз на раз с ним встать? Ну, мы обязаны, я думаю. Я думаю, мы обязаны сделать это. Игорь. Говорят, сюда. Понадобится еще. Вот так. Пока нормально все, я думаю. Пока не вступили в бой Анхольда, мы стоим, как я не знаю что. Здесь. Лучник. Нужен ли нам лучник? Ну, возможно, нужен. Толчок можно сделать? Говорят, можно. По двоим. Слушай, это получается себе брони настакло прям, ну, до жопы, да? Где это? 80 настакал. Естественно, плюс 20. 4 раза он попал, дядька этот. Тут надо снизить до минимума шанс попадания. Не пробил. Как говорится, World of Tanks не пробил. Зато сейчас мы пробьем. Ой, почти. Прям, ну почти. Здесь придется как-то поддефать эту историю, потому что вот это страшно. Тут вот так. Ага, адреналин, понимаю. Здесь, как я и обещал, мы уничтожили вражину. Надо двигаться вот сюда. Патфайнинг сейчас очень хорошо работает, который мы взяли следопыта вот этого. Потому что без него было бы туго. Смотри-ка. Тут тролль у нас стоит. Ой-ой-ой, что-то ждет. Тролль, а на тролле нужен танк по-хорошему. Угу. Бафы тролли своих. Оу. Нормально, нормально. Все пока нормально. Проходим сюда. По вот этому типу работаем. Варвар. Дядь, ну ты чё? Не, нормально. Травмы нету, все в порядке. Снял один с хп. Неприятно, но что поделать. Смотри, он подошел впритык. Ну, превосходно же было все. Можно доесть, но нет, зачем? Наш рейдер разгонится, я думаю, и будет бахать. Тут что? Вот этот дядя мешает очень сильно. Так, хорошо. Я решил что-то там полазить куда-то. Я, в принципе, только за. Тут есть что поделать. Ух, сколько? 8 по квазару. При том, что он настакал как не себя. Ты что по шансам что-то косишь? Баланс, да? Даже не знаю. Шаг сюда и вот этого носить. Или шаг сюда. Но придется сюда, потому что здесь меньше вариантов. Тут вообще все грустно, если что. Неизвестно, как все это обернется. Два раза промах? Камон, это жестко.
Ну, ты старался. А вот и нет. Явно схалтурил. Явно халтура. Щит подними и хватит с тебя. Ну бах, или дважды, что поделать. Тут тоже пока... И он еще попадает разок. Ну, конечно. Так, дядь. Ну, походу, домой, да, сейчас улетает. Наш бастард. Я, в принципе, не удивил себя. Вообще ни разу. Ну, нормально. Последнее осталось. Вопрос только в другом, дает ли нам что-то это. Или я дурю маюсь. Смотри, как он уклонился. Хочет жить, походу. Хочет жить. Что-то прыгает куда-то постоянно. Этого типа надо убрать. Ой, как хорошо. Очень здорово убирает его, кстати, прямо, ну. По сути, если броня сбита за два раунда, он его несет. К праотцам, так сказать, да? Вообще не почувствовали. О! Раз. Два, он сразу прям бахнул ему. 50% шанс. Кого бафнуть, чтобы что-то дало это? Ларса? Здесь все кончено. Может налево подвигать. Раз. Терпеть, терпеть. Хорошо. Вот сюда поставить. 54. А чё такие шансы с этим балансом лютые, братва? Это, я думаю, жесткая тема какая-то. Варварам дать баланс — это просто... Это чё за демоны? Ох, придумали такое. Легенда. 22 дефа. Ну это домой сейчас улетает, пацан. Инфа сотка. Они его забрали, смотри, как задефали. Неплохо. Для варваров, естественно. Получай. Я пытаюсь защитить как-то своего бастарда, но тут дело труба, походу. Квазарчику дадим ход. Чё по... Угу, щит ломают. Щит ломают, говорят. Не нравится ваш щит. Адреналинчик, да? Забахал. Точно такой ландшафт, я не могу нормально. Так, это какая сильная? Нам нужна слабая. Наверное. Черт его знает. Оверхельм, серьезно? Получи, почти. Посмотри, он как. Ой-ой-ой, дядь. Ну это было ожидаемо. Чертов бастард.
Это у нас кто, калека? Блин, калека тоже под угрозой. Чё-то не очень. А, я так не могу, да, бить? Через валун, серьезно? Опа-па. Он хоть что-то мечется. Что-то хочет прям. Ноль дэмэджа, спасибо. Наша задача за оверхельмить вот этого баклажана. Поднять флаг. Ух ты ж! Блин. Сейчас бы как-нибудь достать их. Можно вот так покидать камушки хотя бы. Так, это что такое? Нам нужен ход тогда. Раз мы не справляемся. Раз, раз, ух, раз. Да, жестко, жестко, братва. Получи. У нас есть тут починка, кто ведает. Правильно? А есть... Так, где травник? Вот он. Угу. Шаг, если что, легко сделает. Отлично. Так, ну хп, да, просадили. Понимаю. Ну, не знаю даже, что поделать. Ядку бахни, наверное. Никак не помирает. Да что ж ты в голову бьешь, на камон? Бесполезное занятие. Тут убрать. Придется сюда двигать, потому что этот бесполезен, в принципе. Здесь заюзано. Хотел попасть хотя бы на разок, но, видимо, не судьба. Помер с кровотечения. Нормал, нормал. Раз, два. Ну смотри, нет, он еще даже 28 хп дышит. Дышит дядя. Паутину забыл. Еще раз. Перед это как его. Опа-па. Ломают, ломают. Щиты. Ха-ха. Анхольд не слушает твоей команды. Так. Обязательно перетяжечку дать. Потому что, как вы видите, хп улетает просто моментально. Анхольд пляшет один. Пусть пляшет, в принципе. Пушка бесполезна, за что я и обожаю. Так, здесь что? Интересный вопрос, на самом деле. Нам нужно дать ход, возможно. Пусть бахает дважды. Ого, ты смотри, откуда ты выпал, слушай, дядь? Ну-ка, поменяйся. Нет, ну откуда ты вылез, откуда? Это очень грустная история. Он меня просто убьет. Я не хочу быть убитым, слушай. Как так вышло? Что за партизан? Он отсюда приполз, это понятно. Опять они поменялись, я не могу добить его. Какие же они хитрые ребята. Получи-ка. Нравится? Очканул даже, очканул. Хорошо. Так. Получил в этот раз наш наемник. Но он вроде бы держит удар. Так-то. Вот тебе ядку накинули, если что. Чтоб ты не расслаблялся.
через Сбер сыграем. Он уже не жилец, в принципе. Это хорошо. Ой-ой-ой. Здорово, здорово. Нафиг ты его добил, ну камон. Какой-то прикол. Вот так вот. Вообще превосходно все. На скиллухе, так сказать. Ой-ой-ой. Промазал по ней что-то. Держать, держать. Смотри, как он испугался аж. Друг помер, он такой, все, пора домой. Пора домой. Стоим, наверное, пока. Вот сюда не могу бахнуть, да? Ерунда. Hold the line. Так, тут что? Просто ждем все это. Потому что мало ли что. Конечно, он попал по калеке, ну естественно, без щита-то. Вообще базара нет. Ну тут такая тема. Я не хочу вообще этого Анхольда трогать, но он типа... Сам же не уйдет, да? Я думаю, придется окружать его как-то. Уничтожать. Да. И он не добивает. Да, дубин, конечно, значительно слабее в этом плане, которая через клетку бьет. Что поделать? Хорошо. Сюда. Да ты его не убьешь, хватит. Я не позволю, в принципе. Да чтоб тебя. Что-то он стоит, приуныл там. Бой не заканчивается. Что это за хитрый дядя? Он очень тупо стоит. Да не прикольно, что он так стоит.
лучникам тяжело добраться. Ну ты смотри, но подшивка. Подшивка спасла? А он. Неужели. Слушай, неужели броня восстанавливает подшивку? Потому что он урон вообще не прошел. Такого не может быть. Ну это интересная история. Я по-другому не могу объяснить никак, почему нулевой урон. Поехали, работаем. Работаем. Так. Подходим вперед. Что можно? Вот тебя забустить можно. Поехали. Хватал еще патрон. Что ж вы так работаете криво-то, ребята? Да, с тобой непонятно, что делать. С тобой сюда. Раз, два, хорошо. На вот едку попробуй. Я уже обнаглел, прям так бью. Все. Прилег, дядя. У наших убивают, мы их тоже убиваем. Опять всякие тяжелые вещи, это мое было. Ага, вот это 5174. Ну, такое. Как обычно, короче, вот эта варварская лабуда. Хуже, чем. Чем что угодно. Наверное, так правильно будет сказать. Так, здесь что? Фатишки еще вы залить или все-таки хпшки? Рекавер, наверное, стоит взять. Ну да, без рекавера кто ты? Я что тебе? У тебя есть у тебя команда есть вдохновить, так что в принципе рекавер лишним не будет. Выделяется сразу такая подсвеченная. Прикольно. Ладно, надо чинить наши вещички заработанные. Это молот, это тоже молот, да? Ну блин, на 10% сквозь броню бьет всего-то. Ну вот смотри, 8-110. 160-220. Нет, даже не близко. Даже не близко. Зато уникалочка. Как обычно. Так, а где мой щит? Вот он. Сломан и бесполезен. Такс. Ну да, да, это тоже было мое. Помним, помним. Давай тебя все-таки сюда заделаем, да? Блин, ну это жестко.
Что за интересную мы броню взяли? Легкую. Вот это что такое вообще? Хотелось бы понять. Южный панцирь 30 на 2. Откуда южный у северного типа? Прикольная история, короче. 7-8. У тебя вообще ничего нету, да? Брони никакой. На тебе хоть такую давай. Девять, шесть. А, вот кому мы, да, хотели. Как раз двушка прилетела. 8-7 идеально. Неплохо, пока неплохо. Пойдет. Так, зверобой. Надо пушку тебе твою дать, да? Без арбалета грустно. Надо оверсира найти. По идее, хлопнуть его. И сказать, дай сюда арбалет. Дело сделано. Наконец-то деньги получили хоть какие-то. А то после орков тоже быстро деньги пошли. Восстановление. Это не наша задача. Наша задача разрушать. Кошмары какие-то. Сюда залетаем, смотрим, что за караваны. Надо вести. Смотрим на ополченцев. Цыпленок. Прикольно. Отринутая. Они сами себе клики такие дают уже там или что? Очень дорого стали стоить ребята, потому что они левел им поднимают. И снарягу еще. Так, что у нас тут есть? Табард есть, говорят. Давай хотя бы такой табард. Есть еще плащик. Вынос минус 4, но это жестко слишком, ребята. Много вы хотите, я бы так сказал. Много о себе думаете. Нам пригодится. Примерно так. Примерно так. Арморка, чем мы были здесь только что, нет? Да, только что были здесь, значит. Значит, кузницу поехали. А тут вообще глухо. Рынок. Это уже имеется у нас все. По-по-по. Сокол. Гвиза. Нету, к сожалению, банданы. Ну ничего страшного. Бухнем давай. Там вообще все грустно. Сразу летим, наверное, в этот Брамингстед. Поселение. Там сейчас переночуем. Пока давай. Есть что разбирать. Есть то, что я забыл продать. Вот оно. Разбираем, господа. Есть какие-то травмы даже. Такие нехилые, я смотрю. Необходимо все это сделать. Ларс не хочет что-то тренироваться как следует. Чё это такое? Вот это что такое? Что за торгаши такие? Чисто посмотреть на него хочу.
Так, что у нас тут имеется? Смотрите-ка на этого демона. Господина, так сказать. Это что такое? Сообщество торгашей каких-то нереальнейших. Ну, у нас есть уже такая, да, как бы. Нам не надо таких миллиона. Ух ты, какой дикий дядя. Ты смотри, вот это поинтереснее. Ну давай сюда, 40. 40, ну конечно ты, конечно же ты будешь таким дядькой. Не, ну ребят, я такой не могу вытерпеть с таким. Ну он умрет просто, я не смогу задефать. Пожертвуем, это типа ерунда. Неважно, какие у них звезды, это то же самое. Прикольно. У него даже хп почему-то очень много. Офигеть. Это дело... Ты пока скачаешься, да, железный? У тебя Battle Forge только есть. Или все-таки еще у тебя четкость имеется где тут? Кстати, я не наблюдаю. Вау. Как-то раздали скиллы очень странно. Я бы сказал. Ну как-то реально странно раздали тебе, братан, скиллы, я хочу сказать. Может тебе топор дать? А то у нас такие деревяшки вот эти вот мне не очень заходят. Ну да, наверное, топор я бы тебе дал. Мол, все-таки я хочу приберечь. Вот этот топор, наверное, будет твой все-таки. Тому типу там потом что-нибудь дадим нормальное. Таков план, в принципе, я думаю, будет. Да, у него нету буста от штуки, так что бессмысленно качать. Топор есть. Молотки, понятно, что у тебя будут профильные. Ты же работник по железу. Давай вкачаем, чтобы я пока не передумал, короче. Чтобы не было пути назад, так скажем. С тобой что? По-хорошему, тебе тоже яд нужен. У нас типа кинжальчик растет. Медленно, правда. Чертовски. Щит сюда. Отдыхай. Ну ладно. Это надо что сделать? Точно. Все в расход. Табард не в расход, естественно. Табард мы наденем сейчас на кого-то, у кого нет трешки. Что, такие есть вообще? Есть вот этот тип, но... На самом деле мало у кого нету трешки. Вот у тебя дебильная трешка. Южана, южанина, мы ее нормально дадим тебе, да? А эту даже следует разобрать, потому что она бесячая. Болты такие бесполезны нам. Вот этого дядю мы забираем. Сейчас мы посмотрим, насколько он хорош, естественно. Всё. Ну,
Близорукий. Я бы, наверное, даже взял, но близорукий, как он бесит. Можно взять все равно. Ну, посмотрим твои таланты. Блин, как у него мало выносливости, я просто офигею с этого. 8-7, это что вообще такое? Законно? Так, барабан есть один. А где второй барабан? Алло. Дядь. А, вот он. Песнь жизни, песнь войны, да. 5 усталости, 4 ОЗ. Да-да-да, знаем. Также. Что ты можешь еще делать, в принципе? Дуть в дудку может дуть в дудку, говорят, смотри. То есть ты в дудку... Стоп, а это что такое? Это что такое? Очки здоровья 33? Камон. Это мертвый груз, у него... У него вообще нет ничего. Вот это да. Не пацифист. Ну, я не знаю, я не могу такое. Я не хочу так страдать. 46, как же это мало. Камон. Где мой топовый культист? Эх. 46. Даже если учитывать, что у меня трешка тут. Да не, ну камон. Тоже не намерен, хоть я люблю культистов, но не настолько. Давай смотрим, что по квестам. Какова плата? Местечко нам это не интересно, спасибо. 2 дня. Эрсфест. Это, по-моему, деревуха, кстати. Нет, это не деревуха, это замок даже. Вау. Броница, кузница, тут все есть. Довольно рискованное путешествие. Сколько? Караван требуется уничтожить, говорит. Кракен вент. Кракен. В какой-то, как обычно, глуши. Аустен нашел кракен. Откуда? Откуда может вообще следовать Каракин? Это отсюда. Так. А что с этим домом у нас? Ага, то есть с этим домом у меня нормальные отношения, и ты хочешь, чтобы я это сделал? Конечно. Или мне кажется, подожди, дракон. Не, с драконом нейтральный, да? Просто ты далековато, дядь. Ты хочешь, чтобы я такие вещи делал за 4000? Так далеко. Камон. Неинтересно. Вот. Сходим посмотреть. Что ж не наваливает-то? Да. Псы войны. Давай псов возьмем. У этого песик есть. Тоже песик есть, неожиданно. И у этого, подожди, так много псов у меня, оказывается. Вот это сказка. Я думал, песиков вообще нету. Я посмотрю, у всех песики. Не помню, здесь рынок я смотрел. Не смотрел вроде.
Обычная, да? Кстати, походу не работает последователь стрепуха, вот это. Это еда, она не увеличивается. 3 дня. Мне кажется, нет. Эльза получает, заживает. Там еще какой-то квестик, ну давай. Да какого последу, камон. Туда-сюда мы заходим, потом сюда двигаем. Уже есть? Гавань есть. Главное успеть, мы не успеваем, да, или успеваем? Хорошо, успели. Почему не продается зачарование, блин? Бесячее. Когда деньги есть, ну как есть, относительно есть. Вообще глухо. Если заряда не ценник какой-нибудь лихой, то я не потяну, в принципе. Где еще здесь может быть, да? Работник по железу. Это ерунда. Хотел танка посмотреть, но типа. Не хотят быть танками, говорят. Бахнем. Погоди, это что? Это ерунда. Ну, последний шанс, если здесь нету. Игроки. Город игроков, походу. Тут страшно, конечно же, им. Покосившийся надгробие, это где? А, ну понятно где. Да. Мародерство зеленокожих, да, тут? Договор с ведьмами. Опять. Багнутый, что ли? Лагерь орков уничтожить. Отсюда постоянно лагерь орков здесь. Хотя, чтобы я уничтожил где-нибудь. Обожаю. Обожаю просто. Ну, это грустно. Бабки улетают вообще ни за что. Просто лазим в поисках рун. Ага, 3 звезды, смотри. 3 черепа, точнее. 3 черепа, это можно посмотреть хотя бы. Чё предлагают-то? Последу, я готов сразиться с мастером меча, какими-нибудь там вот этими ребятами. Так, обычные воры. Их очень мало что-то. А, несколько мастеров меча. Возможно, туда в Эли ушло все. Стоять. Возможно, туда поехало все в Элию. Так. У нас брешь опять, да, вот это образовалась. Нехорошая. Ну, ассасин, по идее, там может стоять. Очень даже неплохо. Но лучше, конечно, не ассасин, а какой-нибудь молотобойца. Ассасин под молотобойца как раз. Под травмы, да, всякие. Но ассасин вообще фигово качается, если честно. Очень меня это огорчает. Давай такую тебе куколку дадим. Так.
Дали такую пугалку. Дальше. Так. Прочность после каждого убийства. Ну, ну такое. Тут просто хороший баф я дал ему из-за этого. Не хочу расставаться. Лук, лук с хорошей прочностью тут. Кстати, кстати. Проща. Проща у нас постоянно. Ну, это хотя слабая проща. У нас вот эта проща в два раза больше прочности, так что я не думаю, что ей понадобится такая история. Она в два раза реже стреляет. Тесак до сих пор носит с собой. Надо его, кстати, выложить. Ерунду эту. На цепи пока. 7-7. Еще не хватает. Ну ладно. Все понятно. Я думаю, мы... Да, в резерве он отлично. Можно кого-нибудь еще побросать в резерв, чтобы опыта... Опыт не слишком размазывать, потому что тут вообще ерунда. Например, что... Кузнец. Ассасин оставляем. Травник. Наверное, хотелось убрать бы его все-таки. Наемник. Ну, убираем, наверное, его все-таки. Попробуем так сыграть. Не то чтобы челлендж, но посложнее. 18 на 19 даже получилось. Ну, попробуй что-нибудь сделать мне. Вот это мастер меча еще один, да, и здесь. Ну, это же просто обычные мечи, братан. А тут что? Не видно, по-моему, тоже. Давай-ка мы накинем. Ну что ж, вот она проща. Проща. Не дотягивается? У-у-у. А так тоже нет. Ладно, ладно. Че, полетели кого-нибудь вжарим прямо. Давай тебе в голову. А, я понял, понял. Даже так точности маловато. Грустно. Кстати, а я четкость-то заливал ему. Прачнику моему, где он тут? Вот он. 9. Четкость-то не закачана пока. Хорошо. Тогда нет смысла бафать тебя. Чисто прикол ради стрельнул. Псинку снять. Минус. Ой-ой-ой. Сразу травма, сразу отлет. Текс. Лукари сюда. Мастер меча в легендах выносит очень просто с помощью супер лукари своих. Это забавно. А что это такое? Он, конечно, не супер крутой перец. Уклонение, да? А это еще один. Слушай, у вас уже трое. Ого. Вы серьезные ребята, значит. Целых трое. Господ. Но вот это дело. Ух ты.
просто не почувствовал. Неплохо, неплохо. Давай как-то раз, два, три, четыре, сюда может только, да, встать? А мы сюда встанем тогда. Не, не пошло. Мимо. Еще бы. Не испугался дядя. Сейчас он будет раздевать нас, видимо. Ну, пусть попробует. Один из двух попаданий. Не то чтобы ты слишком крут. Ой, а что это за промахи? Что это за промахи, господа? Я думал, вы какие-то мощные ребята, а вы просто какие-то жалкие. Даже не знаю, кто. Давай подождем, пока он бахнет, а потом мы сделаем свое дело. Попробуй уничтожить кого-нибудь. Вот так. Надо еще отойти, а то слишком близко. Режется точность. Получи. Тоже не можем, да, попасть. Но это прикольно. Это прикольно. Шансы, конечно, голимые. Но мы попали. Это что такое? Ты что, шутник, что ли? Возможно, так и есть. Флажки подняты. Здорово, здорово. Не хватает фатигии. Как здорово. Ну испугайся ты, ну что ж ты. Перестрелять не могу. Ну кто ты после этого? А, вот так, да, ты решил сыграть? Получи. Какой-то крестьянин прилег. Не мастер меча. Вот так. Минус один из трех. Остальные тоже последуют скоро. А, он типа хитро решил уйти. Смотри, какой интересный мастер меча. Ну-ка в голову. Ну, кстати, нет, но прикольно. Прикольно попал. Трэм-пам-парарам-пам-парарам-там-тарарам-пам. Ну вот, кстати, к слову о том, насколько... Странно это все. Да, не хватает тут еще одного ОД. У нас оно будет? Возможно.
Увернулся грамотно, да? Решает за спину спрятаться лучника. Бедного крестьянина. И кто он там, разбойник? Наверное, скорее всего. Попробуем. Ну не, молоко. Ну вот так вот. Что ж ты так косишь-то? Не удивился, если попал. Так не удивлен. Бабах. Ну мимо, конечно. Так вот страшно, да? И мастер меча стоит, пока стоит. Все еще хочет драться. Так, так, так. На следующий ход можно налететь, в принципе. Раз, два, да. И влететь в нее. Под шаг не хватает, естественно. Ну-ка. Бабах. Артиллерия наносит ответный удар. Какие пушки? У нас проща бьет хлещ пушек. В плане пушек, которые у южных городов, имеется в виду. А то некоторые говорили, где наши пушки, типа. Можно ли захватить пушку, типа, из серии? Помню такие приколюхи. Нет, мы, пожалуй, попробуем тебя уничтожить. Что, в принципе, я и сделал. До свидания, минус голова. Дали даже лук нам за такие заслуги. Ну, неплохо, неплохо. Пересыпаем монеты. Да не, мы честно работаем. Честная сделка. Так, Томаш. Как-то так, наверное. Вечно удачливый наемник. Нашел нечто интересное. Темный китель. Да, прикольная история. Интересно, ты вещи находишь. Ничего не получилось тут у нас. Интересного, да? Давай опять турне по городам. Не, тут ничего-то, к сожалению. Но не пришло. Наемники все те же самые, естественно. Дайте мне то, что я хочу, я больше сюда не приду вообще. 4000. Достаточно легкие деньги, на самом деле. Так, то. Но я хочу, на самом деле, и Джирока вынести. Да.
искать надо его. Но этим мы займемся явно точно. Какой темный китель, кстати, у тебя есть? Он опять-таки для крафта нужен. Для крафтецкого. Давай-ка мы до сюда идем и подумаем тут нафиг этих. Сейчас надо восстановиться. Подумать, что восстанавливать опять-таки. И что разбирать. Че по рунам? Руна делается. Тут че? Почему не делается? Потому что, наверное, там никто не работает. Ну, конечно. Я не удивлен. Двоих сюда поставить. Ладно, одного хотя бы поставить. Или вот так вот все-таки. Ну как-то так поставим. После практики распятия ублюдков. Что? Интересная история. Да, охота, охота. Охота. Продаем мечишко. Вот это тоже продать. Металлки какие-то, да? Тем более продать бесполезный тесак. Да, к сожалению, 20 тысяч, это уже хорошо, кстати. Тут у нас... Ага. Немножко буста. Не помешает. И вот это, насколько я помню, в замок ведет. Погнали, берем. Это нам по нраву. Сейчас ускорим. Эту историю. Так, так, так. Немного орков-воинов. Элитные ребята. Но их не то чтобы много. Видимо, вот это сожрало все вылью. Ну погнали, чё? Вы думаете, мне страшно? Это вряд ли. Воу, правильно, вы отступите, ребят, я тут сам справлюсь. Кабины развалю как надо. Молодняк один, ну это вообще... Изикатка. 46. Я бы... Надо его артиллеристом назвать. Не браконьер. Так, ты командир, тебе вот сюда и пойдет. Потянет. Ух ты.
на щит принял, ничего себе. Серьезная история. Конечно, нет. Конечно, нет. Вала, в принципе, на своем месте. Почти. Орк-воин без башки, я думал, это молодой, ну ладно. Видимо, он, ну, только перешел в касту воинов. В касту ветерана, потому что какой-то... Не до конца понял, как это работает, видимо. Бывает. Скоро и так помирать, чушь. Опа. Такс. Так. Линию двигаем, линию. Так, Калека тоже сюда занесло, да? Ну, допустим, кстати. Вау. Не могу убить тогда. Давай так просто бахнем. Я могу, в принципе, отсюда начать просто стрелять. Why not? Главное, чтобы типа не подходили, флажки на них не поднимали. Это наши союзники, самые злейшие враги наши. Я думаю, по четырем вот тут бахнем. Бабах. Подойти. Ждать. Орки ванили. Ой, ванили. В легендах прикольная тема на них, что вот когда руны есть на стойкость, например. Ну, либо скиллы. Но я предпочитаю руны на всех. И ты такой не боишься просто. Ну, типа орки какие-то. Просто стоишь, их пилишь. Нормально. Вот, Отмора надо всячески бафать. Дабы он делал свои темнейшие дела. Превосходно. Прачник. Шаг в сторону. Бабах, просто. Пол столба сюда. Даже больше, кстати. В голову? Какой шанс, что ты в голову попадешь так-то? Не особо. Не особо. Давай так. Здесь работаем по таргетам. Так, пушку заряжаем. По пятерым уже бахаем. Минус один дали. Минус один дали. И на том спасибо. Ганнер наш славный. Здесь настолько плотно, что мы можем с второго ряда бить просто. Вот так вот, смотри, как флажки поднимаются. Топору даем. Тут щит подними ты лучше, братан. Ты чё? Раз, два. Хорошо. Ну, нормально, ладно, пойдет. Вот так. Чтобы дротики свои не кидал, а то мало ли чё. Как тебе такой, испугался, да? Стоять, стоять. Опа. Здорово. Обожаю за это фехтовальщиков в этом плане. Что они могут прыгать на соседних стоящих. Это прикольно.
Это прикольно. Хоть что-то в них прикольное. Через берс? Ну, давай. Ой, не хватает уже. Потишки не хватает, говорит. Так. Тогда обнуляем, чё? Добиваем? Слушай, он не помер. Блин. Жалко. С2. Теперь по кровавому вот этому типу, весь он в раскраске, смотри какой. Попал, хорош. Зеленые мутанты попадают. На. Промазал вторым ударом. Ну ладно. Есть топор, который не подведет, наверное. В принципе, да. Это за наглость, что ты посмел попасть. Пришлось тебя убрать. Давай тыкать этого демона. Смотри, какая у него морда огромная. У него одна морда, как полтела человека. Опасные ребята. Эти зеленокожие. Ну не опасней нашей банды. Так, так или не так? Конечно так. Получи, зеленая морда. Я даже не могу по двоим бахнуть уже. Ой, фигня какая-то. Вот так, получи травму. И что удумал? Не. Раз. А, все, у меня нет входа, да, еще одного. Ну ладно. Да чтоб тебя, косой. Так, не достаю, говорят. Ну все, потек. Дядя тоже этот. А, они все бегут уже, смотрите-ка. Сейчас доедаем их и везем дальше наш куруван. Бабах просто. Перфект. Батл. Какие-то залетные ребята вылетели из леса. На что им надеялись, непонятно. Давайте посмотрим. Дела что-то не очень медленно идет все. Что, есть что прибирать-то вообще? Ой, теперь это точно есть. Ужас этот. Давай, погнали, че. Главное вот здесь не забыть. Хочу заехать в деревуху, потому что... Опа, здрасте, что тут есть? Он жадный. Камон. Че ты такой жадный? Жадный какой, а?
Хоть справа бог, я слева дам вам сдачу. Чего? Нормально. Заливает знатненько так. Адреналин, передышка, бла-бла-бла. У меня типа есть казначей. Не проблема, в принципе. Давай смотрим. Ух. Минус 6 вблизи. Вообще жесткий какой-то. У него вроде фатишки-то даже за 91. Ух ты. 42 хп. Че так мало хп наливает им? Ну, короче, можно взять, попробовать закачать. Ради вас, господа, как говорится. Мистер хотел, я помню, барда. Он еще может быть любым. Ну, не был, естественно. Без вариантов додж. Здесь к навыку ближний бой зачем? Нет, конечно. Это ерунда, ерунда. Он у нас будет, кстати, пацифист. И будем брать его в сражение, вот как слугу. Потому что это слишком имбовая тема, на самом деле. Но в плане, не то что имбовая, нормально. Настроение не так, чтобы сильно падает. Че, полетели? А, да, надо еще сообразить. Да, у него дудка есть. Он будет дудеть. Дудеть, это раз. Он будет петь. Он будет без флага, правда, но... Будет дудеть, если надо будет. Вот в кого мы будем качать его. Немножко инициативы. 6 инициативы дают. Вот так. Далее, ты себе сам должен будешь резать, если надо вдруг. Ради денег к нам присоединился, небось, засранец. Да. Какая-то трабарщина в натуре. Красава. Ну что дальше-то? Дальше-то нам надо будет вкачать какую-нибудь силу воли, вот эту штучку, вот эту, да. Ну, дождь первая, естественно, очередь. А есть что напялить на тебя? А, китель возьми. Возьми китель, давай. И вот эту шапочку презентуем тебе. Барабаны свои возьми тоже. А чё барабаны, а это нету, что ли? Инструмента у тебя. Ну ладно, можно с барабанами, чего уж. Пусть будет так. Это у нас министрель. А. Ну чё, министрель. Он где-нибудь здесь встань, наверное. Или даже всё-таки как-то здесь. Нормально, нормально. Три звезды. Что ты умеешь делать? Слушай, а ты ничего не умеешь делать. Да. Ну тебя придется, наверное, в тренинг записать, может быть. Чтоб ты попытался. О, кстати. Продолжаем пытаться найти. А еще одну штучку. И можно будет... скрафтить еще одну на 6 места, да? Это превосходно. Пойдет, пойдет.
Едем дальше. Едем дальше. Это что такое? А, ну понятно. Дебошир этот, понятно, понятно. Удачи, удачи, да-да-да. Целое состояние. Но мы не можем грабить, мы серьезные ребята. Че по репутации, кстати? Нейтральный. Какого фига? Очень долго репа набивается. Так, Валеран, ага. Есть. Сейчас в городе посмотрим, что мы достигли чего. Игрок голый, но хочет 1500 просто сходу. Говорит, слишком опытный я для таких историй. Чтобы мне платили копейки. Смотри, какой наемник. Здоровяк имеется. Но у него не будет, наверное... Ну как он называется-то? Индом, как он здесь называется? Тем. Не, есть непоколебимый, смотри-ка. Как ему раздало интересного наемнику. У него вообще все есть. Непоколебимый есть. Мастер щита надо, чтобы там было, да, правильно? Какие-нибудь такие вещи. Мастер тесака, прощи, меча, щита. А что он любит делать? Щиты любит, да. Ну, давай посмотрим на тебя просто. Хотя бы. На дядьку такого. Ой-ой-ой, какой дядя, ты смотри. Какой дядька. Блин, вас тут, конечно, наваливает, но у меня уже даже места нету. Ты посмотри, какие уники навалило. 94 на 6. Шлем дурного знамения. Да. Ну вы даете, ребят, тут. Ага, ага. Это я покупаю приколюху. Так, так, так. Вот это надо взять в любом случае. Оружие это слишком сильно, чтобы его не брать. Так, продаем все, что можно продать. Это все, что ли? Стрелы ни в коем случае нет. Угу. Ну прикольно, все, что ли? А, ну вот это бесполезный хлам. Бесполезный хлам. Орковское оружие, это вообще хлам. Это что нам хотят? Возле поселения... Это справа, которая правильно, я понимаю, правильно. Легкие деньги должны быть. Я успею даже что-то прикупить, если что. Весь 37 на 8. Ну, годная тема. Это даже... Не, ну, с точки зрения усиления в плане брони, конечно, да. Конечно, да. Как же дорого это все стоит. Ёкарный бабай. Подожди, а что там было за штучка такая? Интересная. А, южный шаров, понимаю. Понимаю. Ну вот это надо брать. 66-102. Где у нас гвиза, чтобы сравнить? Вот гвиза.
55, 85, 30, 140. 30, 140 без изменений, но 88 это прочность, урон и выносливость. Какое же уродство? Но урон реально хорош. 66, 102. Это усиление за почти 9000, это в принципе ерунда. Кинжальчик, кстати. 23-45 по броне. Ай, ну таким под броню бьют, так-то там лучше минус фатиги, чтоб прокнуло, и урон. А, ну и прочность пойдет тоже. Прочность, потому что по всяким мощным типам, если долбишь, там может тоже искромсаться, так сказать. Гвиза. Чешуя. Не могу чешую продать. Если я сейчас продаю, я опять нищий. Ну а что поделать? Мы берем. Мне не хватает. Ага. А если так? Не, говорят, еще надо. Череп я могу продать такой. А кто у нас, кстати, мастер древкого оружия вообще? Есть такие ребята? Ну вот этот тип, например, да, он? А больше-то у нас нет типов, что ли, получается? 65, 95, 35, 134. Как же она хороша. Ну, поодиночно это чуть-чуть сильнее будет, но это слишком универсальная штучка. Пока можно другим будет дать. Работник по железу сюда. Хорошо работаешь. Что тебе вкачать-то? Пока так, наверное. Футворк у тебя имеется, да? Тебе топор надо дать. Топор. Ну тут топора нету. Был бы уникальный топор, я бы купил. Я бы, конечно, приобрел такую вещь. Давай тебе дадим, что ли, пока такую серьезную. 140, 150. 106, 164 по броне. Тут что? Ну, примерно то же самое даже. Ладно, оставим пока так. Хотя, подожди, мы не можем оставить. У нас есть пьяница, он вообще еще проиграет эту фигню. Не-не-не, спасибо. Спасибо, не надо. Все свое ношу с собой. Бессмертный слуга наш. Народа. Вот так вот заливаем ему. Взятка, не взятка. Что у нас тут можно взять? Квартермейстер. Неплохо сыграно. Кстати, вот это я даже не рассматривал на взят. На взячу. На взячу. Взять вот это или нет? Ну это можно взять, реальную тему. Они едят как демоны, поэтому для сразу для всех это реально решает много проблем. Ха. Прикольно. Да, додж вообще не работает с такой историей. Додж, конечно, не работает. Квартермейстер, это интересно. Опасная работенка. Зачем у нас есть так? Давай, квартермейстер, сколько у нас сейчас кушают они? Давай глянем. 7 дней, да? 53 единицы произведений. То есть... Ну, по идее, почти в 2 раза должно уменьшиться. Давай. Квартермейстер сюда.
Опа. И что в итоге? Реально, 14 дней, Карл. Ва! Ну это имба. Вот это имба веселая. Трешка наконец-то. Что это такое? Что за приколюхи, вообще не понимаю. Дефа куча, атаки ничего вообще. Не приваливает атаку. Не был в конце вообще, что это такое? Какой-то кошмар просто. Но его, я не знаю, ему вроде бы горемыка нужен, потому что вот это не прощает. А это нивелируется, говорят, вроде как написано. Надо пробовать. Далее, швея сюда. Тюня. Пятый левел. Арбалеты. Кстати, тут есть металки, я вижу. Можно металки дать. Дуэлист, кстати, тоже есть. Если что. Пока тогда обождем. Обождем пока что. Так. Вот, пацифист нам нужно загробастать. А что мы пока можем взять такого, чтобы нам не помешало? Запчасти? Здоровяк. 9 жизней нету, да? Карманы. Тогда обождем, ладно. Наемник. Наш наемник, которого мы решили посмотреть. 92 фатишки у него. Черт побери. У этого, конечно, фатишки было хорошо накидано. А вот у этого дядьки не очень. А что мы сможем сделать с этим? Ну, потом подумаем, давай. А пока... Зверобой, говорит. Хочу убивать. Хочу убивать. Ха-ха. Хорошо. Я хочу вот так залить ему. 102, да? 9. Но мы его закачаем, когда все будет нормально. На ветеранских. Либо еще как-нибудь получит. Три левака у него, да? Между прочим. У него есть берс. Но у него четкость залита. Четкость залита, поэтому нет. Так. Подавление. В принципе, можно взять подавление. Можно взять палача просто. Тут еще против вурмов. На этих легендарных вурмов взять можно, в принципе. Блин, у нее есть шраты. Ой, не знаю, что-то вообще. Если на всех взять, он сам будет говнарем. Это из-за этого грустно очень. Хочется его усилить, а не вот этим заниматься всем, да? Хочется прочекать бронебойный выстрел на арбалете. К примеру. Еще какие-то вещи. Мне не особо дают, на самом деле. Ловкость рук. Та же самая. Давай так. 5, 5, 3. Угу. Доджевский сюда. Он еще долго будет бесполезен. 17-й сэрейп. 190, да, уже? Отлично.
Тут у нее столько фатиги, у нее фатиги столько уже не нужно. Это меня очень радует на самом деле. То, что просто он за 15 выноса, за 9, сколько за 17, офигенно просто. Команды стоят меньше 15. И тут очень интересный момент. Мы можем расширить свой ростер. Последний раз. Да, мы это сделаем, я думаю. Это сделаем. Сюда, сюда. Ладно, так уж и быть. Инициативу вольем. Ага. Стрелки нам нужны. Ну вот насчет этого я не уверен, если честно. Пока что. Подумаем. Браконьер. С ним я тоже хотел бронебойный. Ну давай ему вкачаем бронебойный. Как я и хотел. И четкость. Потому что убивать он будет, ну, редко. У него другая задача. Другая задача. А бронебойный вообще роляет для него? Неужели не роляет? Серьезно? Давай посмотрим. Слушай, это только для рабов. И луков, по крайней мере. Вот это приколюха. Надо писать такие приколы, если честно. Ну, жестко. Надо такие приколы писать. Да, видите, тут работает. Ну ладно, ну ладно. Посмотрим, может, с помощью бредитера, если он заработает, снимем скилл этот, потому что это бред. Потрачен скилл в никуда. Ладно, тут что понятно. Тут надо изворотливость, по идее, взять. Потому что он не собирается танчить кого-то там. Это точно его история будет сделана. С униками. А, вот что еще. Пятюньку надо накинуть кое-куда на некоторых ребят. У тебя стоит. У тебя... А, у тебя вот какая штучка стоит, да? Ну, в принципе-то да. В принципе и нет. Давай так. Это мы накинем каким-нибудь другим ребятам. Вот, например, караванщику. Нафига тебе вот эта штучка? Она беспонтовая прям максимально. Я даже продать ее хочу. Это ерунда. Мода на такое вышла. Ты нас бомжуешь, да? Смотри, какая штучка есть. Ну, хотя бы так. Пусть будет. Трэм-пам-пам. Окей, окей. Примерно так. Пока что закончим. С этим пока не разобрались, да, тут зверобой. Я говорю, не знаю, пока что качать будем. Ну, это понятно, что только для арбалета действует. На луке это действует, но не работает так, как надо. Плохо работает, не стоит того. Это мы не будем качать, яблочко. Ловкость рук. Если я все-таки решусь, что он будет арбалетчик-ганнер, то необходимо, наверное, будет. Потом
Все ерунда. Может быть, взять либо вурмов, либо шратов. Наверное, вурмов все-таки. Потому что вурмов таких я не видел, шратов видел в лесу. И сражался с ними даже. И третий перк, какой мы можем взять? Да черт его знает. А, ну палач. Я даже так, палач, наверное, все равно возьму. А вот остальное посмотрим по ситуации. Все. На этом завершаем, в принципе, этот эпизод. Спасибо, что смотрели. Встретимся в следующем эпизоде.